Астанинский «Барыс» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф континентальной хоккейной лиги. Четвертая встреча между «Барысом» и «Автомобилистом», которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. Первый период прошел без забитых шайб, во втором их было сразу три, причем дважды отличились игроки «Барыса». В начале второй 20-минутки отличился Роман Савченко, а спустя 6 минут точный пас сделал Талгат Джайлауов. В третьем периоде голкиперы «Барыса» и «Автомобилиста» Виталий Еремеев и Якуб Коварш смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. В итоге «Барыс» оформил вторую победу над командой из Екатеринбурга и четвертую в серии.